Дорогие друзья, всем привет! Я продолжаю апать кубки на своем твинке, и у меня уже 3220 кубков. Я сейчас хочу на видео попытаться сделать 3300, а в следующем видео уже сделать 3400. Пожалуйста, поддержите меня подписочкой, поддержите лайком, и огромное количество подписчиков с предыдущего выпуска было. Ребята, реально много людей отписало, YouTube автоматически отписал от моего канала. Прямо сейчас проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если нет, обязательно нажимайте на подписку. Ребят, я изменил колоду и, собственно, с ней получилось подняться. Вот теперь у меня более-менее нормальная дека. Значит, смотрите, единственное, что вместо дровосека у меня будет здесь стоять, будут стоять разбойники, а вместо ведьмы у меня будут банда гоблинов. На данный момент у меня только первого уровня банда гоблинов, и разбойники тоже у меня там максимум на 2-3 уровень. Ну, то есть их невозможно сейчас использовать, поэтому я взял альтернативу. А все остальное здесь у меня в деке останется. Я решил играть декой Спарки Шарик-Гигант. Ну, очень мне зашло играть с Шариком и со Спарки. Прокачка у меня не сильная. Пятые рарки, седьмые комонки. Я думаю, что это нормально для 3200. Напишите, какая у вас прокачка и сколько у вас кубков. Чтобы, ну, для сравнения, чтобы я понимал. Я просто не знаю, с пятым гигантом мне, например, сложно. Не знаю. В общем, поехали. Попробуем сделать 3300, ну а в следующем ролике я уже попытаюсь сделать 3400. Очень надеюсь, что мне в сундуке фортуны подберутся хоть какие-то карты с моей деки, и я задоначу гемов и сделаю уже первое открытие. Я с этим аккаунтом, конечно, немножко, ребята, затянул с открытиями, с донатом, но это даже и к лучшему. И все равно многие умудряются мне писать «Холдик Го проект без доната». Я поражаюсь таким просто зрителям, таким игрокам. Чем вас не устраивает этот твинк? Я уже почти сделал 3400, особо не донатил. То есть я максимум, что донатил, это спецпредложение. Ну а что толку, когда мне выпадет лего? Через неделю или просто я этот момент ускорю? То есть какая разница, да? Неделю бы я ждал эту лего, либо вот сейчас она выпадет. Прокачка-то у меня не сильная, я же не вливал куча кимов. Смотрите, у меня стрелы до сих пор не убивают принцессу. Я считаю, что у меня не сильно топовая прокачка, поэтому чё вам... Почти проект без доната. Ну, потом, конечно же, я залью гемов и буду подниматься выше. Понимаете, проект без доната — это, значит, будет проект времени. То есть, чтобы мне нафармить тоже там золото какое-то на прокачку карт, чтобы нафармить какие-то карты, на это нужны дни, недели, месяц, я не знаю. Ради какой-то там одной карты или там ради двух карт. То есть, это бред, это слишком долго. И с донатом минимальным я хотя бы ускоряю этот момент. И, то есть, буст такой происходит. Так, пока я тут, короче, что-то вам объяснял, меня снесли уже башню. Давайте, короче, вернемся к каточке и закомбэчим. Так, блин, ну вот просто я не знаю, как мне принцессу убить, если стрелы не уничтожают ее. Давайте попробуем запнуть. О, отлично, повезло мне. И все равно, смотрите, под рейджем гигант с ведьмой, а нет, еле-еле, но сносят башню. Аллилуйя. Окей, так... Да и при этом всем еще, ребят, я выбрал не самую популярную и не самую топовую легендарную карту. Это Спарки. То есть Спарки не является топ-картой и популярной какой-то, да, легой. То есть она, ну, обычная рядовая карта, которая, ну, есть и есть, да. То есть не пользуется какой-то имбовостью. То есть обычная колода, у меня нет какого-то сверх, я не знаю. Вот Голем 2 Принца у меня была колода реально очень тащерская. То есть там рили... Тащила колода меня. То здесь, ну, реально нужно играть. Тут нужно уже, блин, как-то разбираться немножечко. Так, слушайте, давайте дровосека, пока Спарки живет. Эй! Давай. Хорош. Так, блин. Запускаем. Шарик. Зап. Хорош, блин. По скелетикам Спарки ударила. Но ничего, зато Шарик долетает и целую тычку делает. Сейчас еще взорвется, заденет мага и заденет... ведьму, но сейчас, если он выбросит гиганта, а он выбрасывает гиганта, стрелы, оп, успел стрелы, так, дровосек, быстрее, ой, если гигант сейчас тычку сделает, как же опасно, 170 хп, забрасываем шарик, так, давайте тут использовать зап, хорош, так, рейдж, и, пожалуйста, фух, yes. И, кстати, такие поединки у меня, ребята, все. У меня там один такой крутой бой был. Я не знаю, хотите, я вам покажу его. Либо на стриме. Там реально на TV Royale я вытащил. Ну, вот давайте я сейчас еще сделаю одну-две каточки и покажу вам этот повтор. Вот, против Пеки. Я просто там помню, последние, там уже Пека замахивает...
делает замашку на вышку. Короче, посмотрим потом. Не помню, только в этом поединке или вот в этом. Жаль, в TV-рояле я не попал. Ну, конечно же, нет. Что я там забыл? Ну, там реально очень крутой был бой. Весь поединок я проигрывал, а в конце просто сделал камбэк. То есть, ну, у меня тут все каточки, они все интересные. И мне самому нравится. Самому нравится с такой прокачкой тащить. Вот, смотрите. Блин, капец. У меня получилось вроде бы забайтить на одну сторону юнитов, но как это сыграло мне на пользу, я не знаю. Ну, наверное, сыграло. Ох, я его не выиграю, друзья. У меня пятый зап. Да при чем тут зап? Меня даже стрелы не убивают. Ведьма три тычки делает, чтобы просто снести миньонов. Три тычки. 100% я его не выиграю. 100%. Ну, давайте хоть попробую, сколько я смогу против него продержаться. Так, давайте ставим, короче, спарки. Капец, у меня эликсира вообще нету. Я не знаю, как сейчас атаковать. Так, башню теряем, окей. Бандитка. Принц, лол. Зап. Чтобы не с разгона, хотя бы, я не знаю. Так, ну сейчас миньонов, понимаете, выбросить миньонов, а мне их нечем контрить. А, у него армия скелетов. Ну здесь у всех есть армия скелетов и орда миньонов. Это хорошо, что она есть, как бы это не проблема. Проблема в том, что контрить нечем, вот это проблема. Ну пятый зап, друзья, ну это же смешно. Он не шестой, не седьмой, он пятый. Попробуйте с пятым запом против 11 миньонов. Так, ладненько, давайте спарки поставим. Ну, я же, опять повторяюсь, я уверен, что я здесь проиграю, но чисто ради интереса хочу попробовать, что получится. Не, все равно, гад, тычку сделал. Блин, спарки стоит, вышка дамажит, летучие мыши, и все равно это падла тычку делает. Сейчас выбросит он орду мух, и все, и смотрите. Выбрасываю стрелы, и моя вышка даже не с одной тычки будет, а не с одной. Ух, как классно. Так, я понял тебя, ты на три короны хочешь меня вынести. Ну давай. Давай, будем, короче, дефаться тогда с этой стороны. Зап, я думаю, использовать мы не будем. Мы здесь дровосека используем. Так, убьем мага. Срочно надо спарки, чтобы он хога не выбросил. Так. Плохо. Плохо дело, потому что, вот видите, да? Хотя, смотрите, он рано выбросил. Ведьма, давай. Понятно. Ну все. Вы сами понимаете, что тут без шансов. Эх, давай. Эть! Хотел, чтобы Хока задефал, и мой шарик долетел к башне. Но, увы, это было невозможно. Да у него еще и фриз был. Ну, тяжело. Против 11-х комонок. Когда у тебя комонка 5-я, а у твоего соперника 11-я, знаете, нелегко. Да я думаю, вы это понимаете. Не маленькие, хотя некоторые если маленькие не понимают. Не буду объяснять, не буду акцентировать. Думаю, понятно, по каким причинам проиграл. Не бомблю, потому что, ну, блин, а чё бомбить, так как... Нет, кажется, что я проиграл заслуженно. Там я бессилен был. Если бы я вот реально там... что-то мог сделать, но не сделал. Это бы был другой вопрос. А так... Так, смотрите. Ой-о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 й. Зап. Нет, пожалуйста, дамаж выше. Это... Я понял. Ну, мне повезло, хоть шарик там что-то нанес. Так, дровосек, давай, помогай дефать кладбище, все дела. Ай, блин, неужели он сейчас снесет башню? А нет, не снесет. Так, и смотрите, что мы с вами сейчас делаем. Мы с вами делаем вот такой вот трюк, нехитрый. Оп. Так, надеюсь, вышка будет дамажить дровосека, а не шарик. Отлично. Так, и... Вот так вот, минус башня. Отлично. Так. Восьмой колдун. Слушайте, ну, в принципе, дефать, я думаю, нет уже смысла, да, правую башню. Хотя, может быть, и есть смысл. Давайте попробуем ведьмой. Так, дефаем ведьмой. Просто сейчас таких люлей получит моя ведьма. Ну, слушайте, я немножко как бы тупанул, да, с дефом. Но мне кажется, что
Все равно бы я не задефал башню, что бы я ни выбросил. Но, тем не менее, если бы я вообще не дефал, мне кажется, я бы трешку потерял. Ну, мне так кажется, не знаю. Так, ладненько. Сейчас самое главное не затупить. Шарик выбросить, не выбросить. Не, не будем выбрасывать шарик, не надо. Мы выбросим спарки с краю карты. Нам нужно прокрутиться до запа, друзья. Ставим гиганта, вот зап, следующая карта. Значит, смотрите, сейчас он сливает колдуна, а он его сольет. Я вам гарантирую. Сейчас попробуем ведьму. Тихо, ведьма. Ну, такое. А чё она не сдохла? Ну, камон. Так, запускаем еще одну спарки. Блин, жесть, что происходит. Оу, полегче, полегче. Так. Отлично, все. Так, дровосек. Отлично, и забрасываем шарик. Так, забрасываем шарик. И надеюсь, это будет трешка. Да, отлично. Блин, жалко, если бы я не проиграл предыдущему сопернику, у меня бы сейчас уже было 2300. Но, наверное, не хватит там каких-то 20 кубков, да? А нет, еще до хрена, блин. Не получится в этом выпуске. Ну, давайте еще одну каточку. Тогда, ребята, я тот повтор, который я хотел вам показать, покажу на стриме. Потому что если я сейчас сыграю катку, а после этого покажу еще повтор, то ролик будет минут 20. Я, например, не знаю. Мне кажется, что 20 минут ролика досматривают не все до конца. И даже не то, что не все, многие не досматривают до конца. Поэтому смысл пилить такой длинный видос, если его до конца не смотрят. Ну а кто смотрит до конца, вам огромный респект. Спасибо огромное, что смотрите. Вот и контр-колода мне подобралась. Spellbait с ракетой. Инферно с ракетой. Инферно контрит гиганта, ракета контрит спарки. Все. Но я постараюсь что-то сделать. У меня как-никак еще шарик есть. Да и, в принципе, он недостаточно грамотно поступил, я считаю, поставив инферно в начале поединка. Так, ну давайте запнем, чтобы гигант чуть-чуть дольше пожил. Понятное дело, что он сдохнет, но хоть чуть-чуть дольше пожил. Так, отлично, шарик законнектился с вышкой. Тут давайте дровосека сливать, иначе... Ой, блин, что же делать? Еще и стрелы, но это минус башня, пацаны. Я немножко пожалел, что пошел в поединок. Нет! Да ну нет, ну блин, ну остановите это безумие. Как я ненавижу такое, когда просто мою башню выносят практически в соло. Ну там еще дракон был, но мои вышки не могут его законтрить. Так, и что делать? Давайте ставим ракету, ставим спарки, чтобы ракета не по вышке, если что, была. Так. Гигант, принимай на себя урон. Пускай принимает. Может быть, он и не будет выбрасывать ракету, я не знаю. Так. Ну, поехали. Дровосек. Летучие мыши. И шарик. Так, отлично. Дровосек долетает. Заряжает рейджом нас. И мой шарик наносит урон. Отлично. Ведьму. Стоп. Так, друзья, ну на самом деле у меня шансы есть. Шансы у меня есть, как бы тут. Просто ракета его смущает. Я не знаю, что он тогда ракетой не воспользовался. Меня немножко смущает его ракета. Шансы есть у меня на ничью сыграть. Рили. Так, давайте дровосек. А что он не выбрасывает ракету? О, ракета. Окей. Так, давайте гиганта. Я боюсь идти в атаку, потому что... Ну, могу потерять 3 короны. А оно мне надо? Оно мне не надо. И вам оно не надо. Так, ну поехали. Знаю, что сейчас будет инферно, но я попробую с дровосеком обыграть его. Оп, так вот. Ну нет. Не так я хотел. Оп. А теперь дровосек умирай. И, ну блин, все равно мало. Мало. Слишком много дефа. Так. А что делать-то? Блин, а с какой стороны сейчас будет принц? Так,
Оп, хорошо. А чё он улыбается? Он вроде бы сейчас... Ой-ой-ой, маг до хера урона нанес, ребята, 25 секунд. Просто у него ракета, надо не забывать это. Надо это не забывать. Так, ну допустим, ракета летит, да? Окей, дровосек и шарик. Да, ты дурак, что ли? Со стрелами не добьешь. Так, и еще одну тычку. Давай. И вот такие вот у меня поединки происходят. И они реально заслуживают TV-рояля. Просто... Ребят, ну, заслуживаю, надеюсь, лайка. Ну, реально, постарался. Я уже все... ну, уже был в отчаянии практически. Инферно, ракета. Ну, не сдался и шел до конца. Вот у него... ну, ладно, прокачка у него плюс-минус, как у меня. Ну, седьмые рарки, конечно. Ну, эпики у меня тоже четвертые. Вот, камонки чуть сильнее. Но он еще не был на 3400. Да, я думаю, что я тоже до 3400 с такой прокачкой не дойду. Но я попытаюсь. Короче, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Огромное вам спасибо за поддержку. Ждите новые видосы. Ну и давайте, чем больше лайков, тем быстрее дойду до 3400. Все, встретимся на стриме. Спасибо, до скорых встреч. Пока.